Друзья, доброе утро, ассаламу алейкум. Сегодня у нас уличный воркаут. Погода, как видите, снежная. Я налил себе немного БЦА. В общем, что мы будем сегодня делать? У нас сегодня такая лесенка. Мы будем делать три элемента. Это брусья, то есть отжимания на брусьях, 5 повторений. Подтягивания на турнике кипингом, 5. И подъемы ног перекладине, тоже 5. Далее будет добавляться по одному разу. И получается, что мы добьем до 10 раз. Одно за другим, отдых минимальный. Так что вот такая работа сегодня нас ждет, несмотря на погодные условия. Поехали! Люди придумывают всякие отмазки, холодно и так далее. Так что, ребята, холодно, не холодно. Работа. Два. Посмотрим на счет 10. 9 трудно идет. Воздух. Тяжело вообще. Еще 5. В общем, друзья, я сделал до
9 раз, 10 я делать не буду, потому что я был слегка простужен, силы не рассчитал. Уверен, что у вас получится. Поэтому делаем с 5 до 10. Это максимум. У кого-то может получиться 8, у кого-то 7, у кого-то 9, у кого-то 10. Как получится. Главное сделать. Итак, брусья от 5 и выше. Подтягивание и подъемы ног в перекладине. Вот такой вот уличный комплекс. Всем добра, всем здоровья. С вами был я, Мамед Исаев. Смотрите нас на канале Пройти.